К воспитанникам школы-интерната «Абсолют» в селе Райсеменовское в гости приехали бабушки. Создать домашнюю атмосферу, пообщаться, вместе приготовить вкусное угощение. Сохранить таким образом связь поколений стараются волонтеры серебряного возраста. Сначала коржи пирога смазывают вкусным кремом. Выкладывают на поднос, украшают ягодками, разрезают. Параллельно готовят из теста печенье. Ребята охотно пробуют делать все своими руками. Вот сегодня мы зашли, и они уже говорят, бабушки приехали, они нас знают как бабушек, они рады нам, и говорят, мы вас уже ждем, мы вас уже помним, понимаете? То есть они всегда нас ждут, и это очень радует, и нам приятно, и им приятно. И ту радость, которую они нам отдают, мы ее несем с собой домой, нам на душе становится очень тепло и радостно. Стараемся с ними больше общаться. Даже танцуем и поем. Им действительно интересно, они спрашивают, хотят сами что-то сделать, пытаются. Получается у них, молодцы. После того, как ребята заканчивают украшение пирогов, они накрывают в соседней комнате стол вместе со взрослыми. И начинается самая приятная часть встречи – чаепитие, поздравление именинников. Дети общаются со взрослыми, читают стихи. Мне нравится, когда приезжают бабушки, мы когда все собираемся вместе и готовим. Чай тоже нравится пить. Мне нравится, как я готовлю с бабушками. Я научилась резать. А что именно резать? Коржи, морковку, там еще все умею резать теперь. Мне нравится, что бабушки к нам приезжают, то есть это... Очень хорошо, это впечатляет в первую очередь меня и детей. И как бы вот педагоги вот этого административного корпуса тоже под впечатлением остаются. Волонтеры стараются научить ребят чему-то новому. Как замесить тесто, подать пирог на стол, украсить его, вырезать фигурки для печенья. Дети радуются всегда их приезду. Дети очень долго вспоминают потом все... занятия, которые проводятся вот в таком вот обществе. Воспитанникам «Абсолюта» порой не хватает заботливых рук бабушек. Поэтому они особенно отзывчивы к доброте и вниманию. Такие встречи стали уже традицией.